поощрять деторождаемость в нашей стране нужно не запрещениями абортов и запрещениями рекламы средств предохранения, а подобными методами вполне достойно можно увеличивать материнский капитал. Было бы неплохо, если бы его еще можно было как-то получить и как-то им воспользоваться. Но я прошу прощения, пока еще не успел, но постараюсь обязательно это сделать.